И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданному открытию контейнеров на нашем втором аккаунте. В связи с тем, что у меня осталось 0 ДДшек, мы, как всегда, приходим к старому нашему методу, это открытию контейнеров, чтобы эти ДДшки стали хоть в каком-то небольшом количестве. Если вы ждали открытия контейнеров, и вам нравится открытие контейнеров, и вы хотите видеть их значительно чаще, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на данный замечательный канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого на 4-1-аккаунтике стоит моличный так, так темп. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполните форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы откроем все контейнеры, которые скопились у меня на аккаунтике. Кроме, конечно же, ультра. Ну и я думаю, что можно даже и недельные, в принципе, не открывать. Откроем вот эти вот все контейнеры обычные контейнеры, которых у меня на сегодняшний момент времени скопилось аж 590. Соответственно, мы сегодня вместе с вами... Я надеюсь, надеюсь на то, что выбьем помимо, помимо ДДшек, выбьем еще и какие-то интересные устройства и предметы. Желательно, чтобы это были устройства на корпуса, которые мне бы очень сильно пригодились. Ну, либо же танкончики. Танкончики. Хотя танкончики мне, наверное, на этом аккаунте не надо. Сейчас у меня и так танкоинов здесь много за турнирчики все залетело, поэтому если вот упадут какие-нибудь устройства, то я буду очень и очень сильно рад. Ну и заодно посмотрим, сколько вообще золотых свечений упадет за столь большое количество контейнеров. Все-таки 560, я считаю, что это, ну, довольно-таки весомая сумма. Это уже там не два контейнера, которые ты там открываешь, или 100 контейнеров, которые открываешь. Тут уже все-таки цифра посерьезнее. Ну и благо есть теперь возможность открытия супер быстро этих контейнеров, то есть буквально за 3 минуты, я думаю, 2-3 минуты мы откроем все эти 590 контов. Ну и посмотрим, что нам из них упадет. Ну и также заодно посмотрим, сколько упадет с них ДДшек. Тех самых заветных ДД, которые мне необходимы. И по сути вообще это открытие делается ради ДДшечек. Ради ДДшечек. Все. Поехали. Открывать больше балаболить я не буду. Нажимаем пропустить. И здесь нажимаем еще раз пропустить. Так. Первая пятнашка ни о чем. Первая пятнашечка безуспешная. Вторая пятнашечка с ультраключом. Спасибо. Ультраключ. Третья пятнашка без ничего. Благо, ну вот просто максимально быстро открываешь эти контейнеры. Что там на них смотреть? Что на них смотреть? Что в них можно увидеть интересного? Оп, золотое. Найс. Nice. Это получается сколько? Я 4 штуки открыл. 60 контейнеров, да? Получается 60 контейнеров мне падает одно уже золотое. Первое золотое есть. Первое золотое имеется. Так, здесь синее. Интересно, два золотых вообще реально выбить здесь? Или нет возможности? Так, еще ключ, ясно. Два ключа уже залутал. Два ключика залутал. Сто тысяч кристаллов! Ну какие 100 тысяч кристаллов? Ну зачем мне тут эти 100 тысяч кристаллов? Скажите мне, пожалуйста, зачем? Для чего мне 100 тысяч кристаллов? Мне ДДшки надо. ДДшечки и какие-нибудь устройства. А мне падает 100 тысяч кри. Ну это прикол. Поход прикол. Походу какой-то прикол десик. Так, ладно, пропускалову делаем. Делаем и здесь пропускалову делаем. Оп, еще золотое, еще красочка, то есть это получается у нас три золотых свечения уже упало за сколько получается контейнеров? 410, а у меня было 590, то есть за 180 контов мне упало уже три золотых свечения. Блин, ну если честно, по вероятности и по шансам пока выглядит очень и очень неплохо. Да, на мое удивление, выглядит очень и очень неплохо. Ладно, пробуем дальше. Если так будет давать, то будет вообще превосходно. Будет прям вообще бомбочка. Да, ключ дает. Рабочий ключик. Ключи фармлю только так. Блин, 100 ддшек падает по 300 аптек и падает только 100 дд. Но это что такое вообще? Что это такое? Еще ключ. Ну, ключи фармятся под какой-то супер движелху. Какую-то супер открывашку. Ну, пока что, если честно, ничего такого сверх жесткого и интересного в ультра ключах я не вижу, поэтому я пока их просто коплю. Пока что мы их просто копим, что на основном аккаунте, что на этом аккаунте. Происходит просто накопительный жесткий элемент. Так, ну и все, походу. Три своих золотых я выбил, больше мне золотых свечений никто здесь не даст, да? Я так понял. пачки! Вот еще одно золото. Четыре золотых, да? Четыре золотых свечения. 4 золотых в кармане. Ну, неплохо, пойдет. 4 золотых уже деньги. Так, еще ключик. Это уже где-то 5 ключей, да? Мне насыпало. Лучше бы, конечно, кристаллы были бы по 25, чем ключ. Ну, ладно, с другой стороны. Пусть и этот ключик тоже будет. Так, ну и сколько я уже открыл? Я открыл, наверное, еще 180 сверху. Ну да, практически, наверное, 180 сверху я уже открыл. Или даже больше, чем 180 сверху я открыл было у меня 590. Получается 420 контов я уже открыл. За 420 контов мне упало 4 золотых свечения. Да? А если посмотреть, сколько у меня вообще здесь золотых. Ох, сколько у меня здесь золотых-то, ё -моё. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17, да, 17 на 4, это сколько? Это 68, 68 золотых свечений. Но это очень много, если честно. Это прям <coughs> безумно много. И я не знаю, сколько контейнеров надо открыть, чтобы эти все золотые свечения выбить. Но по ощущениям вы можете сами посчитать, сколько плюс-минус мне надо открыть этих контов, чтобы все выпало. И это еще, чтобы мне везло надо, да, чтобы еще везение было на каком-то хорошем уровне. Чтобы это все упало. Ну и здесь все. Пошли эти скам-контейнеры. Пошли скам-контейнеры без никакого дропа. Чисто дефолт. Но контейнеры, в другом случае, да, если сказать, так чисто подумать: то сейчас эти контейнеры все-таки фармятся очень и очень просто. Да, то есть фарм их с, кон с заданок со всяких он сейчас выглядит максимально простым. Так, падает еще одно золотое, и это устройство на изиду. Но не упало мне ни одного устройства на корпус. То есть у меня упали устройства на пушки, э, краски, а устройства на корпуса мне не упали. Кстати, а по шансам что? Шансы какие вообще? Здесь 0.14. Здесь типа на устройство шанс показывает больше, чем на краски и устройство на корпуса. Но при этом мне упали две краски или три краски. Да, упало устройство на, на пушку, но ни одного устройства на корпус мне не дало. Вот так вот скамят по очень жесткому. Скамят прям по очень жесткому, если честно. Я думал, сейчас пока залутаю себе какое-нибудь устройство, а мне... А мне, как говорится, шиш. Так, ну ладно. В принципе, что мы выбили? 4 золотых, да? Если я не ошибаюсь, 4 или даже 5 золотых свечений я здесь дропнул. В целом, наверное, неплохо за исключением только того, что мне не упал ни, од ни один устройствик на корпус. Да, если бы еще бы устройствик на корпус бы мне дропнул, тогда бы я бы сказал, что вообще просто все превосходно. Так, и по припасам 4600 ДДшечек залутал. Вот это бизнес. По кристаллам, кстати, тоже не запомнил, сколько было. Но вроде как полляма прибавила. Если что, в комментариях можете написать, сколько вообще мне прибавило да, будет тоже интересно узнать. Что вы думаете, ребятки, по поводу обычных контейнеров? Мне вот нравится, что можно теперь их максимально вот так вот быстро открыть, да. То, что теперь на это все дело не надо тратить супер большое количество времени. Я могу просто пораскипать все дело и максимально быстро открыть все эти обычные контейнеры. Потому что раньше мне не нравилось, что их надо было открывать супер долго. При том, что там никаких супер предметов с них я не видел. Да, сейчас можно все быстро проскипать и быстро все открыть. Поэтому в этом плане я даже рад что можно теперь эти быстрые контейнеры все открывать. Пишите, что вы думаете по поводу обычных контейнеров, насколько большое количество скопили уже вы, открываете ли вы их на постоянной основе, сколько у вас там дропов осталось, выбили ли вы все, может быть, уже с обычных контейнеров. Ну и насколько хорошо вам сыпят золотые свечения, и как вам падают устройства из этих контейнеров. Пишите. Все это дело в комментариях. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Еще раз поддержите видос лайком, если нравится контентичек посвященный контейнерам. Тогда будет выходить больше открытий контейнеров. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!